Мне было очень приятно, когда компания Wings обратилась ко мне с предложением создать образ для одной из героинь их мультика. Мне было вдвойне интересно, потому что я вспомнила детство, и я вспомнила то время, когда я была сама еще совсем маленькой и придумывала первые наряды для своих кукол, и мне хотелось вдохновить и дать шанс тоже создать образ для своей куклы, поэтому у моей куклы Флоры в коробке есть крылья, которые девочки могут раскрасить и почувствовать себя дизайнером. У меня в детстве была одна из, наверное, моих самых любимых кукол, ее звали Моника. И когда-то мама ушла на работу, и мне очень нравился мамин шарф. Поэтому я взяла мамин шарф, порезала его и сделала из этого шарфа ей платье. Но в создании этого наряда ни одного шарфика не пострадало, вот, но зато получился вот такой яркий, интересный образ. И это лимитированная коллекция, и у каждой куклы есть свой номер, который вы можете найти на упаковке. Я выбрала именно Флору, потому что мне очень нравится ее роль в мультике, мне очень нравится ее характер, мне нравится ее скромность, ее позитивный взгляд на жизнь и ее желание все всегда улучшить. Я надеюсь, то, что меня пригласят создать образ еще и для других героинь этого мультика. Это был достаточно долгий проект. Мы работали над ним несколько месяцев. Надеюсь, что Флора будет вас радовать так же, как она и радует меня. И она будет меня вдохновлять на мои следующие волшебные маленькие коллекции.